Здравствуйте, дамы и господа. Добрый вечер уже, леди и джентльмены, всех любителей футбола я приветствую. Говорит и показывает Москва. И на этом поле, на котором традиционно футболисты Родины принимают своих гостей, сегодня в этом матче мы посмотрим противостояние Родины. Они в бело-голубых цветах и Торпеда М слегка отстоит в стороне от такого понятия, как фейерплей. Ох, ну это на желтую. Это к гадалке не ходить на желтую. Это прыжок в ноги, да еще и сзади. Чистая желтая карточка для 60-го номера. Извиняется он, молодец. Надо к чести его сказать, что не, так сказать, стал отрицать свое нарушение правил. Ладно, об этом позже. Опасный момент сейчас у ворот. Ой-ой-ой-ой-ой, вырывается на ударную, бьет и забивает. Нет, ух ты, в пустые ворота. Казалось бы, мимо, но с острого угла. Стремительно кинжальная атака от Торпеда, которые... что называется, пытались выловить в свободной зоне здесь слева оппонента на неточной передаче, и почти получилось. Кирилл Бабаев опять играет очень остро. Матвей Киселев. Как-то он пока выпадает из этого атакующего ансамбля. Это фол. Это желтая карточка. Вот то, о чем я говорю. Виталий Жумагазиев. Срыв атаки. Виталий не грубый абсолютно футболист, но он работает в опорной зоне. Это его хлеб. Неважно, в общем, разберемся. Борисов на острие атаки. Потолкался, выиграл позицию, ударил в ближний. Максимум из этого эпизода выжил. Не знаю, чего он ожидал, что забьет в ближний угол. Нет, конечно же нет. Там Артем Мишалкин не кукурузу охранять поставлен. Подключается Гончаров. Навес штрафную. О-хоу! Да как же так? Ой-ой-ой! Нет, это гол, это гол! Отскочил мяч за линию ворот. Потрясающе! Потрясающее исполнение, удар через себя в падении. Ай да Матвей Киселев, это его поздравляют партнеры. Потрясающий акробатический этюд, дал как из пушки. Обычно, знаете, такие удары, даже если летят в створ, они скорее плавной траекторией обладают. Не очень сильно, а тут бахнул от перекладины так, что закачалось. Отличное открывание, ну разворачивайся побыстрее. Пяточка и... красота. Очень технично, настоящее спокойствие олимпийское продемонстрировала сейчас команда Торпеда. Исполнением черпачком отвечают торпедовцы. 60-й номер команды Егор Анциперов забивает ответный мяч. Да, коробочку такую взяли и нарушает по итогу Балабанов. Ну зачем? Ну зачем? Понятно, что дважды подряд на тебе нарушили правила, но вот это все лишнее. Это желтая карточка Балабанов за несдержанность. Справедливо абсолютно, не надо. Не надо такой ерундой заниматься, на самом деле. Здорово обработал с приемом и запускает. Ну давай, Михаил, твой шанс. Нет. Цепляют? Цепляют, цепляют. Так это получается прямая красная, да? Последний шанс уже официально, что называется, для Родины. Чтобы вырвать победу. До ворот далековато. Не знаю, будет ли бить Артем Бирюков прямым ударом, но все основания есть у него попробовать. Смотрим. Разбег, удар по воротам или передачка? Передачка. Так. Ну и все. Ну и все. Офсайд. Эпизод исчерпан. И финальный свисток. Именно поэтому я предлагал все-таки Родине бить по воротам в этом эпизоде. Ладно. Закончили, что называется, с этим. Счет у нас 1-1. Это тот результат, который заслужили коллективы, на которые они наработали. Два очень красивых гола мы сегодня с вами увидели. Отчаянную, мощнейшую борьбу с первой секунды встречи до последней.